1 сентября 1983 года рейсовый самолет Boeing 747 южнокорейской авиакомпании нарушил воздушное пространство СССР и был сбит истребителем Су-15. Лайнер упал в море около острова Сахалин. Экипаж и все пассажиры погибли. О том, как это было, в нашем фильме рассказывают участники событий и в их числе пилот советского истребителя, сбивший бой. Что же стало причиной трагедии, которая потрясла весь мир? Навигационная ошибка? Отказ техники? Или провокация? Нью-Йорк, 30 августа 1983 года. Самолет авиакомпании Korean Airlines поднялся в воздух согласно расписанию. В 23 часа 11 минут. Рейс КАЛ-007. Самый обычный. 5 раз в неделю этот борт поднимается в воздух и совершает полет по маршруту Нью-Йорк, Анкоридж, Сеул. Лайнер ведут в воздушном пространстве 2 наземные станции слежения. Одна из них находится на Аляске, США, другая в Японии. 31 августа лайнер совершает посадку в Анкоридже. Предстоит замена экипажа и дозаправка топлива. Обычно самолет на Аляске не задерживался, но на этот раз пассажиров этого рейса заставили понервничать. Задержку объяснили плохими метеоусловиями. То, что самолет из Анкориджа вылетел с опозданием на 40 минут, то, что в него было закачано еще 404 тонны топлива, которое не нужно было, говорит о том, что это был какой-то необычный рейс. По версии советских спецслужб, такая задержка рейса была необходима для того, чтобы синхронизировать по времени подход самолета-разведчика к берегам Сахалина и Камчатки с полетом американского спутника-шпиона. Он был предназначен для ведения радиотехнической разведки на рабочих частотах советских частей противовоздушной обороны. Самолет-разведчик, который поднимался с военного аэродрома в Анкоридже, имел такой же бортовой номер – 55-719. Но, в отличие от рейсового южнокорейского лайнера, в салоне самолета-двойника пассажиров не было. Обе палубы были набиты электроникой. В это время над Чукоткой появился спутник радиотехнической разведки, спутник «Феррит» американский. Это спутник, который улавливает наши радиотехнические и радиолокационные средства и может вести наблюдение. И когда самолет «Боинг» отклонился от маршрута и стал приближаться к Камчатке, то, естественно, наши радиолокационные средства, кроме дежурных, заработали какие-то добавочные. И это позволяло возможность «Ферриту» примерно фиксировать, что же происходит на советской территории. В течение 12 минут он летел вот как раз в том районе. Потом он ушел из этого района. Вот. А район этот, между прочим, еще был известен тем, что там базировалась флотилия наших подводных лодок, ракетоносцев. Такие районы обычно закрыты для гражданских самолетов. Даже их случайное появление здесь может привести к трагическим последствиям. Потому что тут находятся военные базы и секретные гавани для атомных подводных лодок. Эти зоны находятся под мощным контролем с земли, с моря, с воздуха и из космоса. На Сахалине служил. Там не было гражданских трасс. Мы летали свободно. Мы в том смысле, что только военные. Гражданские там не летали. Одна трасса была, а то она не через нас проходила. Далеко очень от нас. Это вот Москва-Токио. И все, и обратно. А этот Сеульский, он проходил от нас в 600 милях. Туда, за Курилами шел. Любое нарушение воздушной границы вынуждало вдвое увеличивать интенсивность работы советских радиотехнических средств. Вдоль границы постоянно
курсировали самолеты-разведчики, и боевая авиация, и японская, и в большей степени, конечно, американская. Это район Камчатки, это район Японского моря в районе Владивостока, это Сахалин, Охотское море, которое даже высотный самолет-разведчик СР-71 заходил. То есть терзали они нас постоянно, и днем, и ночью. Терзать советские службы ПВО американские самолеты начали давно. Они постоянно проверяли на прочность советские противовоздушные силы. Однако эти инциденты обычно не придавались огласке или улаживались дипломатическим путем. Но администрация США считала такую практику заглядывания за чужие границы нормальной. Супердержава имеет право знать, что делается на сопредельной территории. Эту позицию официально озвучил президент Дуайт Эйзенхауэр, потому что США считают себя главным гарантом безопасности и мира, а такому гаранту все позволено. После появления атомного оружия любой самолет, нарушивший чужую воздушную границу, мог нести на борту бомбу. К чему это приводит, мир уже знал. Две бомбы-малютки уничтожили японские города – Хиросиму и Нагасаки. Страшные последствия этого события стали понятны только через 10 лет. Именно поэтому в середине 50-х изменилось традиционное представление о войне – и формировались новые доктрины, в том числе и безопасности воздушных границ. Для этого необходимо было разработать международные нормы поведения, которым должны следовать все летчики – гражданские и военные. Толчок этому дал большой мировой скандал. Мая 1960 года. На советской территории, в районе уральского города Свердловска, сбит американский самолет-шпион У-2. Он пролетел в чужом воздушном пространстве свыше 1000 километров. Летчик ВВС США Фрэнсис Пауэрс катапультировался и захвачен. В Москве срочно проведена пресс-конференция для советских и зарубежных журналистов. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. Решено провести публичный процесс. Суд над летчиком и его показания – реальный повод для того, чтобы прекратить практику подобных полетов и выработать нормы поведения в воздушном пространстве. Но у американского президента Эйзенхауэра по этому поводу было совсем другое мнение. Никто не хочет повторения Пёрл-Харбора. Следовательно, нам необходимо получать информацию о вооруженных силах и военных приготовлениях по всему миру. Особенно там, откуда возможно внезапное массированное нападение. После инцидента с Пауэрсом советская сторона требует международного осуждения такой позиции, полного прекращения подобных акций и официального извинения. Президент США публично заявляет, что полеты самолетов-шпионов будут прекращены, но извинений не приносит. Впервые с доказательствами в руках русские поставили перед мировым сообществом вопрос об американских самолетах-шпионах и четком разграничении воздушных границ. В 70-е годы воздушное пространство наконец-то было расчерчено. Установлены коридоры для полетов гражданских и военных самолетов. Определены воздушные границы государств. Небесное хозяйство приведено в порядок. Однако ЧП в нем не прекращались. Поэтому летчики разных стран выработали свой особый язык для внештатных ситуаций в воздухе.
Они знали, когда надо остановиться, чтобы инцидент не стал поводом для трагедии. Ребята, которых перехватывали американцы, они подходили, там, махали друг другу, понимаешь, там, приветствовали. Видно, видно, визуально, только на такой контакт подходи близко, чтобы, понимаешь, там, видно было его физиономию. Когда, допустим, на него крылом, ну, в сторону его крен сделаешь, понимаешь, он отходил, потом подходил и показывал вроде, что делаешь. В начало 80-х военные летчики научились понимать друг друга. Хотя авиационные инциденты по-прежнему происходили. Когда летаешь над морем, то чувство высоты визуальной, когда, понимаешь, чувствуешь, теряется. Плиев, он спустился вниз, сделал один заход над американским кораблем, потом высоковато вроде, еще пониже спустился. Упал рядом с авианосным ударом. Американцы уже после эти останки, которые там они подняли по дипломатическим каналам, они, в общем-то, нам предоставили. Ситуация на дальневосточных границах резко изменилась уже в конце 82-го. Первыми это почувствовали советские летчики. Как нарастало напряжение на Дальнем Востоке? Это же вот все копилось, копилось, копилось. И вот, знаете, все равно должно было. Мы уже чувствовали сами, что должно вылиться во что-то. Вот она и вылилась. Такой вот казус. В 83-м году отношения между СССР и США заметно ухудшились. Рональд Рейган объявляет советское государство империей зла, а кремлевское руководство называет средоточием зла в современном мире. Слова в Белом доме произносятся жесткие, решения принимаются быстрые и откровенно враждебные. В том же марте президент разрешает своим военным кораблям в Тихом океане проводить учения в непосредственной близости от советских границ. Раньше американские ВМС так себя не вели. Активизировались и полеты самолетов-разведчиков. Когда нарушили в апреле месяце американцы на Курилах, там они с авианосцев взлетали, с «Энтерпрайза». И летали на наш остров, там зеленый, маленький островок. Ну, это наш. Они прямо над этим островом кружились. Мы должны были взлетать, идти на Курилы, а уже обратно не хватало нам горючки. Командир ставил задачу. Там воздушный бой 10-15 минут и прыгать. Выводит командный путь на землю, катапультируйся. Все. То есть нас заводили потихоньку, так сказать. Однажды американские самолеты в течение только одного дня 6 раз нарушили советскую границу в районе Южных Курил, углубляясь в воздушное пространство империи зла на 30 километров и находясь там каждый раз до 7 минут. Никаких сомнений в преднамеренности таких враждебных действий у советской стороны уже не было. Если у вас держать напряжение месяц, полгода, у вас дух сразу поднимется. Ух, я его. Так и у нас было. Потому что нас дергают все время. Вся эта цепь обстоятельств и событий стала фоном для той трагедии, которая случилась в небе над Сахалином. 31 августа ночью службы ПВО Дальневосточного округа зафиксировали в непосредственной близости от воздушной границы СССР неизвестный объект. Он получает условное обозначение «Цель 6064» и заносится на карту. Ясно, что это самолет, но чей и сколько времени он будет находиться в советском воздушном пространстве? В каком направлении будет двигаться? Южный Сахалин, военная база «Сокол». В 4 часа 51 минуту по местному времени на радаре неожиданно появляется еще одна световая точка. Второй неизвестный воздушный объект стремительно приближается к советской границе. Потом пропадает и снова появляется. Ситуация требует оперативной оценки со стороны командования. Рано утром раздался мне звонок на квартиру. Докладывал начальник штаба округа, генерал-полковник Патрикеев, что в пространство наше в районе Камчатки вторгся иностранный самолет. И просит, чтобы я прибыл в штаб. Я прибыл на свое рабочее место. Начальник штаба уже
вы поняли, находился на рабочем месте, и мы начали изучать обстановку. В чем дело? Самолет летел по маршруту необычному. Не вдоль Курил, не по морской части, а пересекал Камчатскую южную часть, обходя вулканы с севера. Это нас насторожило. В ту ночь, кроме спутника-шпиона Ферри-Д, в период нарушения Боингом 747 воздушного пространства СССР, в районе его действий находились еще два разведывательных самолета – РС-135 и разведсамолет «Орион». В это же время над Японским морем действовал американский самолет с системой «АВАКС». Он контролировал полеты как самолета-нарушителя, так и советских истребителей. Исходя из такой обстановки, я вынужден доложить начальнику генерального штаба, маршалу Советского Союза товарища Гаркову Николаю Васильевичу, все, что происходит. Начальник генерального штаба дал команду: при таких условиях необходимо заставить сесть самолет, если он не будет подчиняться и выполнять наших команд, уничтожить. Пока еще никто не знает, какое воздушное судно зафиксировала советская радиолокационная служба. Самолет-разведчик РС-135 или пассажирский Боинг 747. Необходимо принимать решение. Нас предупредили, что с самолета передается радиограмма на спутник. Части осназовские наши. И мы узнали с этой передачи, расшифровав ее, что он докладывает, что выполняет задачу успешно по наблюдению за нашими подводными лодками, которые находятся в Охотском море. Каким будет дальнейшее движение объекта, пока было не ясно. Нарушитель мог покинуть воздушное пространство СССР, а мог и продолжать движение вглубь его территории. Когда приехал на командный пункт, то оперативный дежурный уже отдал команду на подъем истребителя в средней части Сахалина, это 528-й полк МиГ-23. Предположение, что самолет может нарушить государственную границу, у мыса Терпения. С того момента, когда самолет-нарушитель оказался в воздушном пространстве СССР, он мог быть легко уничтожен находившимися в этом районе ракетами класса «Земля-воздух». Но военные не стали этого делать. 1978 год. За 5 лет до этих событий в небе над Кольским полуостровом произошел похожий воздушный инцидент. Самолет рейса 902 той же авиакомпании Korean Airlines, следовавший по маршруту Париж-Анкоридж-Сеул, отклонился от курса и полетел вглубь Кольского полуострова. Через 18 минут после пересечения границы самолет-нарушитель настигли советские перехватчики Су-15 и принудили к посадке. В случившемся обвинили несовершенство навигационных приборов, и инцидент был разрешен с помощью дипломатов. Все стороны проявили понимание и так. Тогда экипаж и пассажиры остались живы. Однако в результате этого инцидента ЦРУ получило сведения о советской системе ПВО. Ведь за Боингом следили все радиолокационные станции, в том числе и те, которые должны были включиться только в случае войны. Главная идея такой провокации – использование ночного полета гражданского авиалайнера, якобы потерявшего ориентировку, для вскрытия системы ПВО. По крайней мере, так считали и так продолжают считать военные. А что же приключилось с южнокорейским Боингом в 83-м году? 1 сентября в 3 часа ночи по местному времени он вылетел из Анкориджа и взял курс на Сеул.
На борту 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Проложенный маршрут как бы огибал по большой дуге восточную границу СССР. Он проходил над Тихим океаном восточнее Камчатки, а затем над территорией Японии. На схеме это сейчас хорошо видно. Однако с самого начала полета самолет стал отклоняться от проложенного маршрута к западу. Он нарушил воздушное пространство Советского Союза. В течение часа 20 минут нарушитель находился на территории Камчатки. Там операторы ПВО цель засекли. Затем «Боинг» покинул советское воздушное пространство и, пролетев над нейтральными водами Охотского моря, снова нарушил границу уже над Сахалином. Максимальное отклонение от обычной трассы достигло 500 километров. Поднятые навстречу самолету нарушителю истребители ПВО пытались оказать помощь в выводе его на ближайший аэродром. Однако он на подаваемые сигналы и предупреждения не реагировал и продолжал полет. Как объясняли советские военные, все действия самолета-нарушителя подтверждали, что он четко управлялся. Только этим они объясняли его маневрирование по курсу, скорости и высоте. Экипаж «Боинга» должен был видеть подходы советских истребителей, но он никак не реагировал на это, хотя и понимал, что дальше может последовать огонь на поражение. Такие действия говорили о том, что самолет все-таки выполнял приказ с земли. Это драматизировало обстановку, поскольку полет проходил в непосредственной близости от базы советских ядерных подводных лодок. В воздух мы подняли Су-15 самолет с южной части Сахалина. Во главе на этом самолете замкомандира полка был. И для дублирования с северной части Сахалина подняли самолет МиГ-23. Погода была очень сложная. Нижняя кромка была в пределах 75 метров. Поэтому было разрешено замкомандиру полка после выполнения задачи, даже если аэродром будет закрытый, в определенном районе оставить самолет и с парашюта спуститься вниз. Потому что посадить самолет было практически в таких условиях почти невозможно. Все полученные команды пилот Су-15 майор Осипович выполнил. Но единственной реакцией самолета-нарушителя был набор высоты и дальнейшие движения. Так они и пытались уйти. И у них главная задача – уйти. Вот он скорость уменьшал. Вот мы на такой скорости не можем лететь, а «Боинг» может. То есть он уменьшает скорость. Эволютивная, есть такое понятие – эволютивная скорость. У меня 450, а у него 350. То есть я уже вперед выходил его. Я почему змейку делал? Смотрю, я ничего не делаю, обороты убираю. Самолет у меня уже вот висит, болтается. Я глядь на скорость, она уже меньше 450. А он летит нормально, а я уже обгоняю его. Значит, он видел меня. То я шел нормально вот так, все, шли. А когда начал мигать ему, стрелять, он уменьшает, чтобы я его обогнал. Понимаете? Что в ответ предприняли советские военные? Они исходили из того, что самолет совершил специальный маневр и на начальном этапе обошел позиции ракетных частей. То есть с самого начала повел себя как воздушный разведчик. Мне дали команду выключить оружие, принудить к посадке. Я все выключил, вышел на одну высоту с ним, вот так мы шли параллельно, 300 метров, я говорю, видел его. И начал мигать бортовыми огнями. Он не слушается. Мне дали команду выстрелить из пушки. Я повернул вот так вот, ну, чтобы снаряды шли туда. 4 очереди дал. Ну, никакой реакции. Ну, очереди, конечно, он, может, и не видел. Но если они смотрели в окно со мной, а они должны были смотреть, почему это какой-то мужик там лазит, правильно же? Это же он с пассажирами, это очень боятся так, гражданские летчики. А выхлопы, вот пушка, когда стреляет, огонь вырывается на такое расстояние, может, больше даже. Они должны были видеть. Ну, неважно. Короче, они не реагировали ничего. Я доложил, не реагируют. Тогда мне дали команду уничтожить его. Я отвернул немножко, чтобы скорость уменьшить. Он ушел вперед, я опять подвернул. Просто носом поводил. Я же его вижу. Вот и поводил носом.
нажал гашетку, и ракеты пошли. Огромный самолет упал в море с высоты 11 тысяч метров. Западнее советских военных баз на острове Сахалин. 1 сентября 1983 года мир оказался у опасной черты. Для того, чтобы определить, что произошло в ту роковую ночь, нужно представить себе, какая была обстановка к тому времени. В то время был пик, второй пик холодной войны. Мы находились в Афганистане. Под нашим руководством действовали повстанцы в Никарагуа. Мы развертывали ракеты РСД-10 в европейской части Советского Союза, которые известны по натовской терминологии как СС-20. Американцы с приходом Рейгана то же самое очень резко активизировались. Утром 1 сентября из посольства СССР в Вашингтоне поступило сообщение. Американская сторона выражала озабоченность по поводу исчезновения самолета Boeing 747, который, по их данным, потерялся где-то в районе Сахалина. Высказывалось предположение, что самолет, возможно, случайно нарушил воздушное пространство СССР и совершил вынужденную посадку. Госдепартамент даже сообщил возможные координаты. И накал страстей был очень высок. И уже в воздухе, как и в предыдущие годы, плавало такое ожидание какого-то скандала. Америке нужен был скандал, в котором можно было бы обвинить Советский Союз. Новая информация из Вашингтона последовала через несколько часов. Госдепартамент США уже официально обвинял СССР в уничтожении южнокорейского «Боинга», на борту которого находилось 269 пассажиров и экипаж. Тогда я был вторым секретарем в посольстве. И моя практика была такая, что по утрам я всегда слушал радиопередачи «Голос Америки» или «Радио Свободы». Так что, когда я встал в этот день, я, конечно, слышал, что пропал корейский самолет. На нем передали было порядка 60 американских пассажиров. Но мне показалось, ну, Корея – это далеко. Я в Москве. Но как только я пришел в посольство, и я сразу понял, что это какая-то серьезная проблема. При этом американские дипломаты ссылались на якобы имеющиеся у них записи радиопереговоров советского пилота с командованием и утверждали, что советский летчик не подавал предупредительных сигналов. Эти записи Госдепартамент готов представить мировому сообществу на заседании Совета Безопасности ООН. Какие тогда были времена, самый низкий момент холодной войны все-таки. И кто дал команду сбить этот гражданский самолет, когда все-таки осталась неуверенность, что, может быть, 10-20%, никто точно не знал, что делали, но все-таки дали команду уничтожить самолет. Наверное, это была довольно тяжелая нагрузка на кого-то, и надо было что-то придумать, надо было как-то оправдать свое действие. В тот же день, 1 сентября, свою версию событий изложила военно-воздушная разведка США, но доклад был секретным и разглашению не подлежал. Из него следовало, что русские ошиблись, зафиксировав в воздухе самолеты-разведчики РС-135. За один из них они приняли южнокорейский пассажирский «Боинг» и сбили его. Произошло это ночью в сложных метеоусловиях. Однако выводы этого доклада не были использованы официальными лицами в сентябре 83-го. Напротив, президент США Рональд Рейган заявил: «Люди во всем мире потрясены этим происшествием. Атаковать безоружный гражданский самолет все равно, что атаковать автобус со школьниками». Радиостанция «Голос Америки» каждый день передает в эфир список погибших пассажиров. Звучит траурная музыка. Я только слышал по радио, что было 69 американцев, а я стал перелистывать эту телеграмму. Сначала было фамилии американцев,
Ну а потом все остальные. И всего-навсего на борту этого самолета было 269 людей. И я помню, что с каждой страницей я просто своим глазам не верил, что пропало столько людей. А потом кто-то мне сказал: а вы не слышали, вот сбили самолет советские войска? Просто я был в шоке, никто не верил. Это было столько немысленно и страшно, что не хотелось поверить. В Сеуле и среди корейцев, проживающих на Дальнем Востоке, впервые отмечен всплеск антисоветских настроений. О том, что случилось в небе над Сахалином, советские офицеры узнают также от корейцев. В 83-м году, значит, в августе месяце, я был командиром батальона в поселке Гастелло на острове Сахалин. Вот. О ситуации с Боингом мы узнали в первую очередь не посредством массовой информации, а узнали от местного населения, от корейцев, которые, как и в поселке Гастелло, в основном населяют этот остров. Вот. Значит, ситуация уже была такая, что от них мы узнали, что с «Сокола» поднялся истребитель, который сбил корейский «Боинг». Вот. И они в связи с этим все были выдвигались в район поселка «Сокол», где находится аэродром базирования вот, истребительной авиации. И организовывали там митинг. Хотя в средствах массовой информации еще ничего не говорилось, вот, и никто ничего не знал. Даже нам, офицерам, еще об этом не сообщили. Пока Москва подавленно молчала. Высокие лица лихорадочно сочиняли официальную версию, которая не раскрывала истины и ничего не объясняла. В ночь с 31 августа на 1 сентября самолет неустановленной принадлежности со стороны Тихого океана вошел в воздушное пространство над полуостровом Камчатка. Затем вторично нарушил воздушное пространство СССР над островом Сахалин. При этом самолет летел без аэронавигационных огней, на запросы не отвечал и в связь с радиотехнической службой не вступал. Поднятые навстречу самолету-нарушителю истребители ПВО пытались оказать ему помощь в выводе его на ближайший аэродром. Однако самолет-нарушитель на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря. И все. Ни слова о том, что самолет был сбит. Это сообщение ТАСС публикует 2 сентября все советские газеты. Тем временем в мире уже вовсю обсуждали версии, одну страшнее другой. Согласно одному из таких сообщений, южнокорейский «Боинг» был сбит советскими службами ПВО, якобы потому, что этим рейсом должен был лететь в Сеул сам Рональд Рейган. Ну, конечно, немыслимо, что американский президент поехал на корейском «Боинге». Это просто исключено. При этом в иностранных средствах массовой информации ни слова не говорилось о факте нарушения советской границы. Свою версию событий советское руководство сможет сформулировать только через несколько дней. Упорное нежелание сообщить правду стало серьезным ударом по имиджу СССР. В сентябре 83-го генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов был уже серьезно болен. Он находился в больнице. Решение о том, чтобы ничего миру не сообщать, продавливал министр обороны СССР Дмитрий Устинов. Его авторитет победил здравый смысл. Причем он искренне полагал, что докопаться до истины не сможет никто. А американский президент Рейган, наоборот, проявил активность. Для него история с «Боингом» стала хорошим поводом для морального избиения русских и увеличения военного бюджета своей страны. Случившаяся трагедия как нельзя лучше доказывала правоту Рейгана, назвавшего СССР империей зла. Когда спустя 5 суток появилось официальное заявление советского правительства, объяснявшее действия летчиков ПВО, оно в мире уже мало кого интересовало. Из официального заявления советского правительства:
Командование ПВО района, тщательно проанализировав действия самолета-нарушителя, его маршрут, пролегавший в районе Сахалина над военными базами, окончательно пришло к выводу, что в воздушном пространстве СССР находится разведывательный самолет, выполняющий специальные задачи. Самолет шел курсом через стратегически важные районы СССР. Советская версия событий катастрофически опоздала. После того, как несколько дней советские политики, дипломаты и генералы делали вид, что в небе над Сахалином ничего не произошло, начались пресс-конференции со свидетельствами очевидцев. Полетели на Сахалин, значит, снимать Осиповича. В общем, я говорю, сейчас будем делать интервью. Я готов. А вдоль стены в этой комнате стоят генералы. Из главпура, из округа. Стоят молча. Я говорю, включай камеру, Юра, начинаем снимать. И он мне излагает сообщение ТАСС. И слово в слово, которое уже тысячу раз повторялось в эфире. Я говорю, стоп. Ну это мы все знаем, это мы читали. Но вот вопрос задаю. Камера, включаем. Опять сообщение ТАСС и слово в слово. Я понимаю, что он косится все время туда. Я генералам говорю, товарищи, я говорю, ну-ка выйдите. В грубой форме. Что-то они забормотали такое. Но приказ начальника генштаба, никуда не денешься. Вышли. Я ему говорю, слушай, тебе не стыдно вообще? Вот ты излагаешь мне вот это все. Ведь ты же там, говорят, больше 200 человек угробил. Они не снятся тебе. Он обозлился и говорит... Мне не снятся, потому что я до сих пор не спал. Я говорю, почему? А потому что такие, как ты, вот эти, приезжают и мучают. Я говорю, стоп, давай отдохнем. Это вот первое интервью с Тихомировым. Вот мне написали, как бы, ну, не знаю, почему они решили, что они умнее меня, полковники. Ну, может, и правда умнее. Вот, ну, там, как-то таким языком, вот, брежневским. Как сказал Леонид Ильич, и пошло, поехало. Ну, я так и не хотел говорить. И правильно, Тихомиров. Я своими, хоть корявым языком, но сказал, он говорит, это пойдет. Садимся снова. Я ему задаю вопрос, он говорит, а что я должен был делать? Я человек военный. Ну, во-первых, 1 сентября. Моя дочка, вот тут в Соколе, в школу пошла. А может, он с бомбой идет. Это раз. Второе. Я выполняю свой долг. Мне приказ. Я скобу должен сдернуть и кнопку нажать. Мне приказывают, я нажимаю. А если бы я не исполнил приказ, кем бы я был? Какие бы вооруженные силы в нашей стране тогда были? Вы соображаете? Я говорю, соображаю. И вот в такой форме, где-то минуты 2 или 3, я снял интервью, в котором просто проявился человек. Рассерженный, раненый, душевно возмущенный и в то же время цельный. Вот таким он предстал на экране там, на пресс-конференции. Москва, пресс-центр Министерства иностранных дел. В здании на Зубовской площади аншлаг. Главное действующее лицо – начальник генерального штаба маршал Николай Агарков. Доклад вот на этой пресс-конференции, доклад Агаркова был блестящий. С такими аргументами мощными. Он вообще был очень высокоинтеллектуальный маршал, настоящий полководец. Сделан доклад блестяще. Ну, а иностранные журналисты задавали вопросы, такие же, как вы мне сейчас задаете. А вот вы бы, а вот там не жалко ли пассажиров, и сколько там человек вы убили, и так далее. Ситуация такая. Просто я думаю, что мы сами в нее себя загнали. Может быть, можно было засвидетельствовать этот факт, сфотографировать его, как-то закрепить этот факт, что он пересек границу и столько времени шел, а потом представить ноты соответствующие, поднять скандал и прочее. Но это только в том случае, конечно, если он, пролетая, не снимал сливки информации о нашей боеготовности на Дальнем Востоке. Ведь на Камчатке и тогда, да и сейчас там подводные лодки наши. Общее настроение тревожное. Этот воздушный инцидент перевернул ситуацию в мире. Теперь журналистов волнует одно – как будут развиваться советско-американские отношения. Участники пресс-конференции понимают – они накалились до предела. Я просто ощущал, как сгущаются вот тучи, как ненависть к нашей стране как бы расползается по всему миру. Какое возмущение все это вызвало. Хотя, конечно, нам не показывали в полном объеме, что происходит. Но когда отменялись международные рельсы, потому что не хотели принимать наш самолет.
В 83-м году мир действительно оказался на грани перехода от холодной войны к самой настоящей горячей. До 85-го года, то есть когда только вот только что появился Горбачёва, а за весь этот период в наших отношениях было такое ужасное чувство, что просто трудно было даже взять газету и читать, что вы, американец, какой-то зверь, что ваш президент готовит войну, хочет окружать Советский Союз ракетами. Что касается версий по поводу воздушной трагедии над Сахалином, то их высказано много. И пока ни одна из них окончательно не подтвердилась. Самой распространенной среди них стала версия о техническом сбое навигационных приборов лайнера. Именно поэтому южнокорейский «Боинг» заблудился в воздушном пространстве и оказался в небе над СССР. Однако теперь эта версия никому не кажется убедительной. То, что все эти уловки, что он заблудился, ну это нереально. Это любой докажет, ну как сказать, даже не специалист докажет. Это уловка, обыкновенная уловка. С теми приборами, которые есть на «Боинге», у них три счетно-решающих прибора. Три СРП. Автоматически определяет местонахождение самолета в пределах 3 метров. Представляете, 3 метра. А у него три прибора, все отказали, и вот он на 600, более 600 миль заблудился. Ну так может быть. Притом погода вполне нормальная. Расшифрованные переговоры экипажа «Боинга» только приподняли завесу тайны над этой трагической историей. «Боинг 747» не скорректировал свой курс, даже когда вышел в зону Камчатки. Хотя экипаж точно знал, что его маршрут вплоть до Японии проходит над океаном. По какой причине самолет не просто блуждал 2,5 часа в воздушном пространстве Советского Союза, а достаточно четко маневрировал, дабы оказаться над наиболее важными стратегическими объектами? Наконец, почему наземные службы, отвечающие за трассу Нью-Йорк-Сеул, не приняли никаких мер, чтобы вернуть машину на давно выверенный и отработанный курс? И не оповестили советские власти о заблудившемся самолете? Вопросов много, но я смею предположить, что здесь была обыкновенная подстава, как говорят на сленге, а вообще-то говоря, просто-напросто это был специальный рейс, закамуфлированный под гражданский. Бортовые самописцы сбитого самолета и вещественные доказательства могли раскрыть тайну этой трагедии. И подводная охота за ними увенчалась успехом. Однако 9 лет советское руководство скрывало от всего мира факт обнаружения обломков и черных ящиков. Но в 93-м году по особому распоряжению президента Ельцина оба записывающих устройства, а они фиксировали переговоры летчиков в кабине и данные полета, были переданы в ООН. До этого советские специалисты так и не смогли найти доказательств шпионской миссии сбитого самолета, который летел постоянно магнитным курсом 245 градусов, вернее всего, на автопилоте. Более того, выяснилось, что наш истребитель-перехватчик не пытался установить радиоконтакт с лайнером на гражданской частоте, а лишь дал позывной «свой-чужой», на который, естественно, ответа не получил. Второе. Не было никакой предупредительной стрельбы трассирующими снарядами, поскольку у майора Осиповича пушка была заряжена только бронебойными, а их полет невидим. Третье. «Боинг» летел со всеми аэронавигационными и сигнальными огнями. Четвертое. Запись разговора экипажа не указывала на преднамеренность полета на территории СССР. Он продолжался еще 1 минуту 44 секунды. Затем подтекание керосина из пробитых топливных отсеков и искрение пробитой электропроводки вызвало чудовищный взрыв, который Осипович принял за попадание 2-й ракеты. «Боинг» разорвало на 3 части, которые разлетелись на несколько километров и разрушились при ударе о воду, практически искромсав находившихся в них людей. Отдельные фрагменты их тел водолазы видели, но приказа поднимать их на поверхность не было. За 1,5 месяца до начала глубоководных погружений морская вода, течение и хищные морские обитатели помогли человеческим останкам исчезнуть. Вот поэтому водолазы их почти и не видели.
Кстати, такой расклад вполне устраивал советских руководителей. Но никак не шел на пользу стране, которая подверглась небывалому мировому осуждению. Таковы итоги самой ужасной катастрофы самого большого пассажирского самолета в мире, спровоцированной холодной войной.